Стартовал автопробег, посвященный 25-летию вывода советских войск из Афганистана. Отправная точка – город Верхний Уфалей, далее Магнитогорск, Карталы, Златоуст, Миасс, Челябинск и Копейск. Музыкальная группа «Саланг», состоящая из ветеранов боевых действий, дает бесплатный концерт для всех желающих. Музыкальная группа «Саланг» выступит в Миассе 12 февраля в ДК автомобилестроителей в 18:00. В фойе Дворца культуры, где афганцы дадут концерты, будет работать походная фотовыставка «Афганистан в наших сердцах», которую собрал из архивов ветеранов и представляет лидер Челябинского отделения партии «Родина», кавалер ордена Красной Звезды Федор Юрин. Он тоже, как и его собрат по войне в Афганистане, представитель Главного управления по взаимодействию с правоохранительными и военными организациями Челябинской области Павел Ремезов, выступит на концерте и споет свои песни о войне. Вход свободный. Автопробег задуман российской общественной организацией «Боевое братство» Челябинской области под патронажем губернатора и правительства региона.